выбрать в воскресенье. О, обязательно пойду голосовать. За всех сразу. Такие кандидаты прекрасные. Замечательные ребят. Ну, сейчас расскажу. Вот, например, Павел Грудинин поднял подмосковный совхоз, осилил, и страну поднимет. А чё смеяться? И фамилия хорошая, есть за чё держаться. Давно за ним слежу, бдю, из кандидатов только он ходил к Дудю. Любит Сталина, клубнику, носит усы. Короче, голосуй за него, не ссы. Вот настоящий мужик Жириновский, эксцентричный, яркий, броский. Среди наших врагов баб очень много. Жириновскому дорогу. Всегда то, что думает, он говорит. А думает много, поэтому много говорит. Баллотировался уже раз пять. Уверен я, победит опять. Или вот кандидат Ксюша Собчак. Голосую за нее, иначе никак. Только дайте ей свечку и кадило, чтобы она свое участие в Доме 2 отмолила. Есть кандидаты совсем неизвестные, от того еще более интересные. Вот, например, Сурайкин Максим. Проголосую за него, да и с ним. Мой президент Борис Титов. Только за него голосовать готов. Голосуйте и вы, не промажете мимо. Потому же почему и за Максима. Григорий Явлинский мне нравится очень. Кандидат вкусный, сочный. Времени нового он продукт. Только представьте, президент фрукт. Скажете, старая ты бородата. Забыл одного кандидата. Нет, не забыл. Просто я, как говорится, в жесточайшей с ним нахожусь оппозиции. И буду в оппозиции с ним находиться лет хоть 10, хоть 20, хоть 30. Кандидат этот Сергей Бабурин. Знаю лично, соседки племянника Шурин. Рыбак он плохой, поверьте, братцы. Вот и все о выборах 2018. Ой, есть же еще один кандидат. Но он в президенты проходит навряд. На дебаты не ходит. Кто его знает? В президенты таких не выбирают. Хотя... Ай...